Добрый день. Сегодня хочу рассказать о приставке к штативу, об апгрейде штатива. Вот, стараюсь ночью, там надумал затянуть хомутом, но что-то подходящего пока не нашел. Хотел такого типа с барашком. То есть у меня вот есть. Должно еще где-то быть. Ну, пока не ладно, найду потом. Вот, сейчас оно установлено, камера на штативе. Сейчас я ее сниму и покажу, что это такое. И для чего. Вот такое вот приспособление сделано. Трубка с тройником. Тройник расточен на 20 и сделан здесь вот сверху пропил, чтобы он... Вот, ну вот хочу для жесткости сюда еще хомутик, чтобы можно было зажать. Что нам это дает? Как вы видите, у меня камера висела вертикально над столом. Соответственно, она может висеть над токарным станочком, над еще какими-то. Ну, то есть, когда токарный станок там вибрирует, работает, камера вот, получается неудобная. Там, если сбоку там суппорт загораживает, а вот сверху самая хорошая точка для съемки. И вот. Поэтому пригодится. Плюс вот эта вот трубочка чуть-чуть длиннее, чем вот эта. Ну, то есть, это вот родная была воткнута, она вот сюда на вытащена и переставлена. То есть, я теперь камера может быть чуть-чуть выше, чем была раньше. Единственный небольшой недостаток, вот он гнется. Ну, если там сильно тяжелую камеру не цеплять, то вполне нормально. Вот можно сделать противовес, чтобы камера не перетягивала, либо внутрь воткнуть какой-то штырь или еще что-то, чтобы оно стало жестче. Вот. Недостаток еще, вот, что оно мажется, от здесь вот алюминий. Вот. Поэтому, конечно, лучше из алюминия сделать, но тогда надо какую-то хитрую вот этот тройник искать, потому что это не трубные размеры. И вот этот труб, ну, чтобы он сжимался, жестко держал. Вот. А так все вот легко и просто. Ну и что мне нравится, не вносилось конструктивных изменений в штатив. То есть вытащить, вставить обратно. Если не надо, если не понравится, то ничего не сверлили, ничего не там портили. Вот, ну все, на этом, наверное. Вот он, друг пришел, хочешь, чтобы его погладили. Благодарю за внимание, всего доброго.